Привет, мои любимые! Сегодня уже время делать видео на мои фавориты мая. В этом месяце было много косметики, потому что я вообще-то не люблю косметику. Но шло лето, и есть такие красивые вещи для лета, так что почему бы и нет? Так я купила бронзер от Estee Lauder. Он очень красивый, он сейчас на мне. Тут есть такая кисть, я ей почти не пользуюсь, но я ставлю его вот сюда. Тогда я выгляжу такой свежей. Я и так загорела, так что это немножко подчеркивает мой цвет. Следующая вещь, я вам про нее расскажу. Мне так и так надо было купить румяна. Но я была в таком месте, где у нас продается косметика и всякие вещи. Там была женщина немножко взрослая, и ее менеджер подошла и сказала ей, как ее звали, Мила. Мила, поднимись ко мне потом. А Мила сказала ей, что-то нехорошо. А она сказала, поднимись ко мне. И тогда Мила сказала мне, я могу тебе помочь. Я не хотела от Джейд покупать ничего, я не люблю. Но я была обязана. Я сказала, да, покажи мне, пожалуйста, какой-нибудь румяный. Ну, не показала. Это был очень красивый румян. Я думаю, что они красивые такие. Ну, она почти как мой бронзер от Estee Lauder. Но я все равно сказала, я обязана купить. Мне было жалко, что она была очень взрослая, и я подумала, ну, допустим, о своей маме, если бы она была взрослая такая, и это была бы последняя работа в ее жизни, и вдруг ее менеджер была бы не особенно рада, как она работает, и вдруг она бы ее уволилась с этой работы, мне было бы очень жаль, так что я хотела сделать ей хорошо на сердце, так что я купила это, но я довольна этим. Я использую бронзер мой от Estee Lauder и затем вот это. Я довольна, спасибо тебе, Мила, надеюсь, что ты еще работаешь на этом месте. Следующая вещь, это Double Wear от Estee Lauder тоже. Я знакома с этой тональной основой уже много лет. Почти 5 лет, я думаю. Я знаю, что она хорошая. И один раз, и в прошлый раз у меня была тональная основа от Dior, и я очень любила ее. И вот пришло лето, опять я загоревшая, мне надо было купить новую тональную основу, и я написала в Фейсбуке у меня Estee Lauder от Dior. И все такие, 15 девочек, Estee Lauder, Double Wear от Estee Lauder, так что не оставалось ничего думать, я сразу купила это, и я очень довольна им. Следующая вещь, вы, наверное, не знакомы с такой вещью, но я хочу вас ознакомить. Я обожаю эту вещь, правда, просто обожаю. Эта вещь, у нее есть такой шнур, присоединяет это к крану в ванной, и там есть такая штучка для крана. Если вы так делаете, то у вас работает кран, если вы наоборот делаете, то у вас работает это. И что с этим делать? После того, как вы чистите зубы, вы открываете это. Эта струйка очень-очень-очень сильная. Нельзя в глаз, нельзя в нос, никуда нельзя, потому что это вас может убить. И вы включаете так и делаете так. И это чистит все, что у вас есть между деснами и зубами. Это очень-очень хорошо чистит. Это чистит зубы на 100%. Так что если вы этим будете делать это, если вы будете использовать это, то у вас зубы будут просто замечательные, десны у вас не будут болеть больше никогда. И я очень люблю это, я заказала это в интернете. Я поняла, что это израильский патент, но я не знаю, как это на русском говорят. Если вы можете достичь такого у вас в стране, то я вам очень-очень-очень это советую. Это очень легко, вы заказываете это с почты, приходит до вашего дома, и там есть шнур и такой болтик для крана, до 5 секунд вы это все делаете, и все, это готово. У меня есть две такие, одна желтая, одна синяя, и одна для меня, одна для моего молодого человека. Когда я купила от Estee Lauder бронзер, я получила две таких штучки, я не знаю, как это называется. Это называется Atelier Colonie, не знаю. Orange Sangui называется духи. Пахнет апельсином. Я не знаю, как вы относитесь к апельсинам. Я люблю этот запах. Но у нас дети в школе всегда говорили, фу, кто чистил клементину? Фу.
Или пишут в Facebook: я еду в автобусе, и кто-то чистит клементину, я хочу себя убить. Что? Это клементина, это самый освежающий воздух в мире. Так что это пахнет клементиной. И вот эти две штучки Baby Lips от Maybelline New York. У нас нет этого в Израиле, и я не нашла это ни в Мальте, ни в Болгарии, нигде, куда, ни в Сицилии, никуда, где я ехала, никуда я не нашла это. И у моего молодого человека есть семья в США, и они всегда сюда приезжают, и каждый раз мне что-то новенькое приносят. Я люблю вещи, которые нет в Израиле, потому что я люблю. Есть такая пословица: если ты не читаешь те книги, которые другие читают, если ты не вынужден читать те книги, которые читают другие, то ты не вынужден думать так, как думают другие. Для меня эта пословица очень много говорит, но я люблю говорить тоже: если ты не должен мыться теми средствами, что моется весь мир, ты не должен думать, как весь мир. Так что я заказала очень много вещей оттуда, и в следующий раз, когда они приедут, мне принесут это, но я это сейчас на моих губах. Это бальзам для губ с цветом, и блеском, и цветом. У него очень сильный пигмент, вы не можете, наверное, это видеть, но может, вы можете видеть это на моих губах. Очень сильный пигмент, очень красивый блеск, и как вы это только наносите на ваши губы, сразу ваши губы становятся мягкими. Они говорят, что после недели ваши губы вообще мягкие, и после часа, когда это на вас, то тоже очень-очень сильно изменяются губы. Это правда, мне очень нравится это, обожаю. Если у вас это есть в России, то бегите и купите. Если нет, то закажите это. Maybelline New York Baby Lips называется. Есть три разных стиля, и в каждом стиле есть очень много цветов. Я люблю эти черные. Теперь к самому важному. Это книга от Умберто Эко, философии... Как это называется? Ученый и писатель итальянский. И эта книга называется «Искусство и красота». Я думаю, на русском, о чем я... Что я смогла найти? «История искусства и красоты». Извините. И как эта книга интересна, вы просто себе не можете поверить. Еще есть такая книга про уродство, наверное, история искусства и уродства, не знаю. На иврите называется «Тольдот Айофи» или «Тольдот Акио». Это как будто бы история красоты, а это история уродства. Так что, как я нашла эту книгу? У моей любимой подружки Даниэлы было день рождения, и Даниэла изучает искусство в университете. И я и Даниэла учим вместе тоже один курс, и мы всегда любим слушать что-то новое про искусство, и нам это очень нравится, так что я хотела купить ей что-то такое про искусство. И я знаю, что... И я пошла в книжный магазин и нашла эту книгу про красоту и про уродство. Так что мне показалось, что про уродство она намного интереснее. И я купила ей. Я хотела купить и мне, и ей тоже, но это была последняя книга, так что я купила только ей. И потом я нашла вот эту книгу у нас в библиотеке. Было про уродство тоже, но ее нельзя было брать домой, так что я взяла эту, но я хочу заказать тоже две книги, и уродство, и красоты. И это очень-очень-очень-очень интересная книга. В тот момент, как я закончу это читать, я сразу вам сделаю о нем видео. Здесь всякие искусства, не знаю, кто на русском называется, и тут рассказывают, какое отношение у людей было все время мира на красоту, что считалось красивым и кто говорил, что красиво, а что некрасиво. Так что я знаю, я вам это плохо объяснила, но я вам в следующий раз объясню. И последняя вещь, я вам обязана о ней рассказать. Я не знаю, что вы знаете, но раньше я ходила в кино каждую неделю, и даже два раза в неделю. Я уже давно не ходила в кино, но в этот раз был очень-очень хороший фильм, и я и мой парень сказали, что мы обязаны пойти на этот фильм, потому что это очень наш любимый писатель, норвежский, его зовут Йо Несбо, и он сделал, и сделали фильм по его книге «Headhunters», и мы пошли на этот фильм. Этот фильм был на норвежском, и... У нас всегда фильмы, они на английском, ну, американские фильмы или испанские фильмы, неважно. У нас всегда пишут внизу, у нас нету, как я знаю, в Украине и в России есть на фильмах, говорят,
на русском языке вместо того человека, который правду говорит. Я ненавижу это. Но я не была знакома с тем, что, допустим, норвежский язык, я никогда его не слышала. И, в общем, мы пошли на этот фильм, и это был замечательный фильм. Это просто час с половиной. Вы сидите тут, вот так вот, и у вас нету таких секунд, как вы говорите, ну, что дальше? Нет, вы просто час с половиной вот так вот сидите к экрану. Обязательно идите, смотрите этот фильм. Чудесный фильм, чудесный писатель и чудесный режиссер. Неважно. В общем, спасибо большое. Я надеюсь, что вам понравились мои фавориты. Майя. Лето в самом разгаре, так что улыбайтесь и будьте счастливы. Спасибо большое за просмотр и пока!